И всем привет! С вами Незирамус, мы продолжаем проходить Паразит Ив 2 Баунти Молд. Куда же без Баунти Молд? Так, давайте вот это прокачаем. Кстати, вот это я так и не использовал. Возможно, если у нас хватит в итоге опыта, я под конец там каждое заклинание немножко, хотя бы на первый уровень подниму. Так, нет, не сюда. Так, сейчас лифт у нас закрыт, пирс его должен нам открыть, если я правильно понял. Так, ага. Да, видите, он нам открыл его. То есть, лифт нам открывать вовсе не обязательно. Нет, мистера президента мы уж не будем. Смотреть на заряжающийся орбитальный спутник тоже не будем. Прекрасно. Я думаю, в этот раз у нас Неварк много времени не займет, потому что мы не будем тут читать информацию о каждом ИНМС. Поэтому будет попроще. И побыстрее, главное. Ну, тут стандартный, да? Так, здоровья мне и так не хватало. Ну, конечно, стоило... И этот конь так аккуратно сдох. Хотя я всегда вот этих существ представлял гибрид коня и собаки. А в итоге это оказался мутировавший человек. Гениально. Так, сразу эти. Так, запоминаем. Человек, ноги, хрень, квадрат. Человек многих, хрень, квадрат. Это так себе напоминаю. За три штуки забил всех этих черепах. Человек ноги, хрень, корова. Хрень, квадрат. Хрень, корова. Так, давайте квадрат. Сразу поместим в угол. Оп, нет. Все, больше нам тут ничего не нужно. Там эта бутылочка, но толк нам от нее. С лекарствами тут напряга нет. Это на высших сложностях. Может быть, и стоит это будет сделать. А, я думал, сразу мне будет эта штука. Нет. И тем более, это нельзя пропустить. Короче, вы меня достали. Я так снимаю за два выстрела. Ну теперь этого спокойненько. Нет, лучше в лисе встанем, чтобы побольше урона влетало. Давай, мужик.
Опыт, кстати, за эту штуку дает неплохо так. Вообще неплохо. Ну а теперь идем во вторую область. В северную часть. Тут мы быстро прошли, на самом деле. На удивление. Можно, по-моему, так сделать. Не знаю, толку. Но можно. Конечно, я очень много маны потратил сейчас. Ну, она у меня есть еще. Да и у меня опыт есть, я смогу зарядиться. Так что без проблем вообще. По большому-то счету. О, здорово. Меня Неорк приветствует. Замечательно. Хорошо, когда Неорк приветствует. Так, устроили пожарную тревогу. Интересно, с какой целью была закрыта северная часть? То есть, ну, как бы, по системе вот этого Неорка. Почему в данный момент была закрыта все здесь? Непонятно. Кстати, вот этих чудиков, которые сейчас там будут, я сейчас не буду фармить себе. Я так буду убивать всех, кто будет вылезать. А в том длинном зигзагообразном коридоре я просто забегу до конца и убью всех оставшихся. Сколько будет их там? 1, 2. Как ты, гад? Хотел вот так сделать. Ну да. Ох ты, козлёныш. Здоровья у них как-то довольно-таки много. Я не помню точно сколько, но я помню, что у них много его. Энергия. А сколько там надо? Вот 4000 всего. И дальше уже можно будет прокачивать заклинания, которые я не особо использую. Все, охренел? Ни хрена себе. Вот вам. Два козла. Жесть. Как так? Просто взял, подошел, пнул такой и пошел, как ничего не бывало. Так, на этих плазму лучше. Ждем и бодимся. Но тут из-за отсутствия новых врагов будет некоторая проблема. Так. 6. Так, сколько было? Вот 6, по-моему. 2, 3, 5, да? 2.
три. Сразу рычаг надо нажать. Ну, что ехал? Красный, желтый, синий, белый. Белый. Снова синий, белый. Красный, желтый. Красный. Желтый, белый, синий. Желтый, красный. Готово. Мы там как бы не были, но мы там как бы были. Опа. Здорово, мужики. А вы там оба мечики, что ли? Нет. Так, давай. Ты козел. Давай уже стреляй. О, отлично. Охренеть. Лечиться. Ты чё, офигел? Ну не получается тебя меня глушить. Смирись. Он, видимо, используется, чтобы как-то глушит вот эти способности. Видимо, они тут еще у кого-то были. Не конкретно эти, а вообще такие способности. И он как бы использует эту штуку, чтобы заглушить их. Готов. Ну, почти. А теперь точно готов. Котики. Такс. Опс. Псих. Иди сюда. Избежали оба. Козёл, вот козёл. Короче, вот тебе. Избежать ещё хотел. Однозначно козёл. Понятно. Сдохни, гад. Слышь, что еще захотел? Напасть. На меня решил. Ну, в принципе, сейчас их тут встречается довольно много. Потому что я тут не защищаю сейчас их. Так, а сюда не влезет. Можно, в принципе, сюда поставить. Или вот сюда, например. Mm.
Ладно, не знаю, пока. Так, тут опять враги есть, да? Давай уже, сдыхать. Может, сдыхаем. Офигеть. Ты-то нахрена сейчас сюда? Ну ладно, забил двоих. Кое-как. Как так-то? Непонятно. Тут сейчас никого нет. Я не помню, как я в прошлый раз этих слизняков вызвал, которые здесь появились. Что-то мне подсказывает, что сейчас у меня их не будет. Конечно. Да ты ее охренел, да? Хоть одна ушка. Адекватная. Так, ага. Да как так-то? Как же это я буду на высокой сложности проходить? Явно не так, как сейчас. Да. Еще живой? Офигеть. Я думал, он там сейчас уже сдох. Но нет. Я тут чужой, смотрите на него. Только посмотрите на него. Так, энергия. Давайте все-таки вот это возьмем. В тот раз мы ей не пользовались, по-моему. 20-ку она ест. Ну, 20-ка это, в принципе, не так много. Да, это, в общем, такой себе способ подлечиться. За счет жизни врагов. Вы охренели там? На. Что ж ты делаешь? Эта штука иногда, если повезет, попасть в нужный тайминг, позволяет еще спастись от смерти. То есть если уже, то есть использована вот эта штука заклинаниями, после нее после него получить смертельный урон, то вот эти сверхи, которые возвращаются со здоровьем, восстановят здоровье и спасут от геймовера. Так, у меня нету больше этой
способности что-то предпринимать. Так, давайте используем. Так, ну тут явно не надо получать урон. Богов в тот раз я очень легко это прошел вот этих всех чудиков. Ну, конечно. Ты чё? Козел что? На кого лезешь? Козел. А вот и главное. Главное ушко. Уволим. Не, у него здоровье, кстати, довольно-таки до хрена, я так полагаю. Ну, сейчас это без проблем все-таки. А, ну да. Так, вот эту штуку надо забрать к себе. Я думаю, сюда положу ее. И где она тут? А, ну да. Теперь у нас еще что-то усилено. То ли атака и защита еще немножко, то ли сила энергии вот этих всех заклинаний, можно сказать. Непонятно. Там правда просто непонятно, что от чего зависит. Хотя по логике было бы логично именно... что сила заклинаний была бы повышена. Предмет на атаку есть, предмет на защиту есть. А тут предмет на магическую атаку. Чудики, только не надо вылезать, ладно? Отлично, они не вылезли. Хорошие чудики. Чудики-юдики. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, рычаг. Ну, конечно, всех врагов в этой местности защищать это просто жесть. Ну, вообще в этой игре я имею в виду. Добиваться 100% количества врагов. Я не очень представляю, как это возможно. Но, судя по всему, я так понял, подавляющая часть врагов, ну, не подавляющая, конечно, часть, но очень много врагов находится именно вот в этой местности. То есть, тут придется, если играть на полную зачистку, бегать туда-сюда просто сотни раз. Не больше. Я вот не понимаю, как тут некоторые скрипты срабатывают. Как, например, вот эти слизни тут появляются. Надеюсь, есть какая-то инструкция по этому поводу, как они тут все появляются. Что я хочу когда-нибудь хоть раз зачистить полностью на 100% эту игру.
Опа. Ой, блин. Ты издеваешься. Ох ты ж. А, второй тоже мечник. Понятно. Лучше усилиться. Так, отступать. Вот, давай, посмотри прямо в камеру. Прям на камеру я же стрелял. Стоп, их что? А, нет. А, это тоже щитовой? Мне что-то казалось, он зелененький. С этими главное держать некоторую осторожность. Тогда, в принципе, особых проблем не будет. Так, здесь у нас кто? Вот прямо здесь. По-моему, стандартный, да? К сожалению, да. Так, я хочу так сделать. Кстати, энергии не особо заметно, чтобы стало сильнее. А вот атака, да, стала сильнее. Я им по 90 тогда сносил, а сейчас он по 105, по 111. Что да, скорее всего, это на атаку влияет. И, возможно, еще и на защиту. А может, просто на атаку. Бронебойный жук. Ну охренеть. Все, лег, расслабиться. Эх, может вот с этой штукой надо поговорить. Или вот с этой штукой надо поговорить. Или вот с этой штукой надо поговорить. Нет, смотрите, не появляется в этом подводном туннеле никто. Или это надо все делать, пока двери закрыты? Это еще больше паники устраивает. Усилюсь, пожалуй. Защитная система защиты устраняем. Хорошо, когда не отключена. Не надо этого делать. Нет. Да ты издеваешься. Сколько же вас там еще? Вот и все. Так, по-моему, он много устанавливает. Может и немного. Кто ж его знает? Нет, все-таки достаточно много, так что не зря я подлечился. Стоп, почему достаточно много? Просто много. А, смотрите, теперь кто-то в подводном туннеле появился. За что они не всегда появляются? Почему-то. Так, ага. Там, где были солдаты, никого нет. Эти големы, големы. Я их почему-то в детстве называл солдатами. Сейчас что-то так всплывает, привычка. Ну, к чему бы это? Иди отсюда. Вот, ага, вот сюда. Оп. Хе-хе-хе. Чё, недоволен, да? Еще бы ты был доволен.
Так, ну если тут сейчас те, кто я думаю, то я просто возьму жах и все. Да, тут имена не были. Сейчас от туалетную жидкость дадут. Нет? Смотрите, там красный вроде был. Несмотря на то, что там был красный, он не дал мне эту туалетную воду. Или как она там называется. Ты охренел, что ли? Я не понял, это что такое? Ну да. Чё-то слабенько. Так, черепаха прямо подо мной лежит. Так, понятно. Нет, выкачку жизни, конечно, лучше использовать, когда мало противников. Иначе урон наносит очень несолидный. Так, стоп, а здесь кто-то есть вообще? А, есть. Опять эти... Вот эти... прыгучие черепахи. Ну, не черепахи, конечно. Стрэнджеры. Так, стоп, куда я пошел? Буду около конца. Туннели с ними драться. Ну да. Мазила. Эх, попал. Смотрите-ка на него. Ой, да ладно, пофиг на того. Главная зона считается зачищенной. Это самое главное сейчас. Опять они. А еще и эти гусеницы сверху. Заклинание настолько быстрое, что я даже тупо не успеваю его отменить. Конечно. Так, валим. Сейчас придется протеинку съесть. Видимо. Хотя, может, и принесет. Оп-оп-оп. Они благо разгоняются, и от них легко уклониться, если они все направляются в одну точку. Валим, 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 валим. Ну, понятно вообще хрень, на самом деле. Но очень шипастая. М. Это как... Ой, ё-моё. Патроны кончились. Вы посмотрите на них. Здорово, что могу сказать. Давайте лучше гидру возьмем, хоть она и послабее, но, по крайней мере, в ней заряда есть. Так, отлично. Ух. Так, сейчас использовать это дело я не буду. Так, пойду. На остров схожу. Ну, я не ждал, что у меня патроны к М4А1 кончатся. Все 800 штук. А их прямо перед заходом в Нео-Арк. Попал. Как так? Непонятно. Никогда я, по-моему, так много здесь не тратил. Хотя, может, и тратил, кто знает. Я не знаю, по крайней мере. Будем по 0.8 бегать, пользоваться.
Ну что, хорошее оружие. Явно неплохое. Может, и стоило магнум взять, а? Что-то тут как-то жестко стало. И как-то реально не ждал, что у меня патрон закончится. Такой моральный ступор у меня произошел, когда бац, а не передержать-то нечем. Не, ну хорошо, что я хоть по 0.8 никуда не выкидывал, а пришлось сбегать с битвы. Такое делать я вообще не планирую. Так, здорово. Тебе можно вот так. Нет, давайте застрелим его так. Энергия мне нужна. Хотя вот можно сделать вот так. Потому что мне все равно подлечиться надо, а так я восстановил явно больше, чем от простого лечения восстановил бы. Ну что, все хорошо. Нет, гидра на месте. А, ну да, типа сейчас не время разглядывать все это дело. В целом логично. Когда нападает такая куча хрени, явно не до разглядывания окрестностей. Ну, кстати, реально похоже, что отсюда кормили этих существ. Как-то действительно даже более-менее логично смотрится. Я как-то даже не задумывался, зачем они вот это место делали. Такую обсерваторию подводную. Скорее всего, для того, чтобы кормить и заодно наблюдать. Потому что... Ну, не только здесь наблюдать, здесь все-таки довольно ограниченное поле видимости. А еще так, полностью вокруг все было видно. Так, ну сейчас мне надо сходить в саванну и до этого энергозавода. В котором опять будут эти долбанные черепахи. Будь они 35 тысяч раз, не ладно. 35 тысяч раз. Охренеть. Ну что ж поделаешь. Так, здесь никакое сообщение о тревоге нам не должно появляться. Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. Кто у нас здесь? Вот бы кто-нибудь новенький. Похоже, нет. Ну да. Куда уж новенький. Так, сарделька. Вот ты, жареная сарделька, иди сюда. Да прожарить уже эту сардельку, отлично. Наконец-то. Да ты козел. Вот козел, а. Так, ну и тут сейчас тоже какая-нибудь. Нет?
Шикарно. Уж ты долгий. Ты чё, охренел? Здесь же немного места. Да, его постигла неудача. Опа. А, ну вот, лазерная штука. О, немного патронов к нашей винтовке. Отлично. Кстати говоря. Это и вот это прикрепим. Где, может, заряд есть? Вон, 60 заряд. Так что сейчас тех, кто будет здесь, мы просто лазером сожжем. Так, я стоп, я зарядил его? Да. Если его поставить не заряжено, то все будет не очень хорошо. Ой, ё-моё, сколько же вас тут? Мне все-таки надо их оттолкнуть. Ну, лазер, это я понимаю. В чем-то даже получше огнемета будет. Потому что он насквозь пробивает. И бьет как бы побольше и подальше. Ну, конечно, огнемет хорош против тех, кто боится огня. Довольно логично. А, мне, кстати, нечем восстановить энергию. Ну, сейчас, скорее всего, пойду в убежище и просто где-нибудь там сажу какую-нибудь бутылочку с еднезой. Ну, бутылку воды или еще что-нибудь. Что восстанавливает. Дожиль, придется восстанавливать ману стационарными средствами. Большая удача у меня тут прям с этим делом. Ну все, да? Угу. Прекрасно, зачищено все. Кроме дополнительной зоны Неоарка. Как слово, находится прямо за этой стеной. Прекрасно. Угу. Нет, давайте сходим в стерилизационное. Заодно и надо будет зарядить патроны. Так что вообще не дело. Ну вообще не дело. Как так? Ну отлично. Я уж подумал, что сейчас его заблокировали, но нет. Да, никого тут нет. И, насколько я помню, в Драйфилде тоже в данный момент никого нет. И нам появится уже попозже. Так, ты что даешь? 30? Ты 80. Так, у меня сколько не хватает? Ну, 30-ки, я думаю, вполне хватит сейчас. Это с собой возьмем. А вот восстановление можно скинуть. Я не планирую столько много здоровья потратить. Ну, хотя... Кто меня спрашивает? Верно? Вот и дело, что никто меня не спрашивает. Сколько я там планирую потратить, сколько я не планирую. Так, сейчас полностью на все деньги закупаемся. Точнее, на полную мощность закупаемся патронами. Нет, вот патронами. Ну, можно было, конечно, сотню сэкономить. Да какая разница. Так, и вот эту штуку давайте зарядим. Конечно, топлива в огнемете очень мало.
Такс. Куда? Я буду с лазеркой бегать. Да, места мало. Очень мало. Ну что ж поделаешь. Больше нет. Нам придется, видимо, одно лекарство прямо перед боссом использовать следующим. Который восстанавливает нам очки магии. Хотя давайте сбегаем быстренько вот до туда. Я даже сейчас за кадром добегу до грузовика. Посмотрю, может там что-то есть полезное. Так, вот есть здесь. О! Вот это хорошая вещь. Кстати, вот это пригодится. Давайте возьмем. И... Используем это. Вон 9 местов доступно, да. Так, давайте я порядок наведу. Вот, в принципе, вот такой вот у нас порядок будет. Я так подумал, так сколько мне места? Нет, хотя сейчас не буду брать. Что, давайте лекарство какое-нибудь положим сюда еще одно. Еще одну колу. Я хотел магнум взять, но просто места у меня сейчас совсем мало стало, поэтому понял, что не стоит этот магнум брать. Ну, давайте я добегу до точки сохранения в лаборатории. И увидимся. И вот мы уже здесь. Быстренько оказались. Так, давайте скинем, пожалуй, вот эту штуку. Угу. Ладно, в случае чего. Так, стоп. Погодите, сколько у меня места? 5 места. Что-нибудь я в бою обязательно потрачу. Нормально. Еще перед боем мне лекарство придется одно взять и выпить. И на этом мы заканчиваем данную серию. Опа. Самый последний солод был. Так. Я сейчас посмотрю, сколько у меня там по статистике всего. Вот я, главное, для меня главное, это сохранить вот этот показатель. Я собираюсь ни разу за 4 сложности не сбежать с поля боя. Так, ну тут нормально. Так, ну это не важно. Уже 3/4 игры практически прошли по врагам. Ладно, на этом и все. Я благодарю всех за внимание. Кстати, очень много огнеметов мы напользовались. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.